о коронавирусе шутить неохота. Хайп прошел, а нас ждет работа. Самим узнать и вам рассказать, как в мире бокса дела обстоят. Кто-то философа из себя выжимает и на ватном канале в интервью зажигает. А кто-то тренером собрался стать. Видно, в ринг неохота возвращаться опять. На Ломаченко вновь нападают. А он молчит, он отдыхает. Хэйни, страдалец, Калзахе попал, а Тайсон Али не побеждал. И много другого, что было, что стало, выпуск наш новый с неба упало. Еще чуть-чуть, и все будет готово. Тизер сейчас, ну а после The Ring Show.